неспециализированном торговом центре не будут рады оператору, представляющему узкую специализацию или маловостребованный профиль товаров. В большинстве случаев неудобным арендатором является компания с очень большим клиентским трафиком. То есть если в бизнес-центре не с отдельным входом, а именно среди, в общей части, допустим, бизнес-центра сидит, скажем, страховая компания, у которой очень большие клиентские потоки. Вот один вариант. Слишком агрессивная позиция в переговорах и неумение руководства компании идти на компромиссы часто становятся причиной, по которой девелопер может отказаться от работы с потенциальным арендатором. Well, it really depends on the covenant of the tenant. It also has to do with the image of the building. So a class A building in the center, they may be... The landlord may want to have specific types of law firms or accounting firms in there. So the landlord has an image that they're trying to create for their building. And even a large anchor tenant can be turned away in this market because of the image that the landlord's trying to create. Тем не менее, сам рынок не стоит на месте, меняются потребности его участников и стандарты качества, появляются новые форматы. Так что черные списки девелоперов, брокеров или управляющих компаний вовсе не являются закрытыми, а определение неудобного в отношении арендатора далеко не всегда означает плохой.